Между тем, Санкт-Петербург, где объявлен трехдневный траур с утра, стоит в автомобильных пробках. Наша коллега Алла Кондратьева засняла видео из окон своего дома. На кадрах видно, что километровые пробки образуются даже на окраине города. Из окна видна огромная пробка, которая образовалась совсем, вроде бы в спальном районе Санкт-Петербурга. Все пересели на машины и едут в город на работы, берут с собой еще попутчиков. ВКонтакте собирают те, кто едет в эту сторону. В общем, такого никогда еще не было. Одна большая общая пробка, как траурная процессия.